14 октября у стен ГП «Вода Донбасса» был проведен конкурс детского и юношеского творчества по стрит-арту под лозунгом «Вода – это источник нашей жизни». Учащиеся Донецкой школы искусств номер 6 разрисовали элементы ограждений и фасад здания. Дети, вооружившись баллончиками с краской, не перестают творить. Сегодня государственное предприятие «Вода Донбасса» организовало конкурс детского и юношеского творчества по стрит-арту «Вода – это источник жизни». Каждый юный художник пытается наилучшим образом изобразить свою идею, ведь на кону ценные призы. Возле государственного предприятия «Вода Донбасса» собралось множество детей и подростков. Каждый из них пришел поучаствовать в конкурсе. По словам генерального директора предприятия Максима Лещенко, проведение данного конкурса направлено на то, чтобы рассказать о работе предприятия подрастающему поколению. Цель данного мероприятия – привлечь молодежь, творческий ее потенциал, развитие его в рамках работы государственного предприятия «Вода Донбасса». Данный проект обсуждался совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, с организацией «Общественная Донецкая Республика» и нашим предприятием по привлечению молодежи, чтобы они больше понимали, что такое вода. Вода есть жизнь. В принципе, это и есть тема данного мероприятия. Участниками конкурса стали учащиеся Донецкой школы искусств номер 6, которые, как рассказывают преподаватели, с большой радостью откликнулись на предложение поучаствовать в таком мероприятии. Дети с большим энтузиазмом восприняли эту идею. Как вы видите, очень так активно работают. Для них это, представьте, всегда запрещали рисовать на заборах, а тут такая радость. И вот сейчас у них такой подъем творческий. Надеемся, что это будет, конечно, продолжится акция, может быть, с другими организациями нашего города. Дети будут и творчески развиваться, и заодно просвещаться, что надо воду экономить, надо платить, надо, что вода – это жизнь. Все участники конкурса остались под большим впечатлением от мероприятия. Каждый смог показать свой талант и украсить неповторимым изображением фасад и окружающие элементы государственного предприятия «Вода Донбасса». Мероприятие мне очень нравится, так как бесплатно порисовать баллончиками никак, ну, не всегда есть возможность. Рисую я как бы надпись «Вода – это жизнь», ну, как обычно граффити рисуют, искореженным максимально шрифтом. И сзади будет у меня фон капли, ну, это же все-таки вода. Итогом мероприятия стало вручение участникам конкурса призов для развития их творческих способностей. Дарья Шарапова, Андрей Квасов, Новороссия ТВ.